толстая, злодейка. Ну-ка, стой, не надо прыгать на меня. Не надо прыгать, толстая, подожди-ка. Солнце, иди сюда, толстая, иди сюда. Толстая, иди сюда, иди сюда, толстая. А это пришла, да. Солнце, это модель пришла. Модель, солнце, иди сюда. Модель, дай-ка я тебе орешков насыплю, а? Вот это толстая злодейка объявилась наконец-то, а? Солнце, иди сюда. Я хочу попробовать дать ей... Солнце толстое. Толстое солнце. Красотуля, давай, может, ты перекусишь? Она лазит по мне, как... Это толстая. Она большого размера, сама белочка по себе. А ничего не весит, только толстая такая. Так, и хвостик у ней такой же. Давай сюда. Толстая, иди сюда. Давай я тебе дам тебе орешек. Ну-ка, толстая, иди сюда. Толстая. Смотри, какая вещь. Толстая, давай сюда. Злодейка какая, а? Побежала. Солнце. Не, подожди. Это так не пойдет. Толстая ест орешки. Стой. Ну-ка. Модель. Злодейская модель, а? Но надо же, толстая. Как я понял, что это толстая? Во-первых, у нее хвостик. У толстой, когда я последний раз ее видел, у нее хвостик был немного откусан там сзади, так неровно. И сейчас у нее чуть-чуть там отрастает, но все равно видно, что с хвостиком непорядок. Кроме того, она залезла по ноге, села мне на плечо сразу, сходу. Это только толстая такая может такие вещи проделать. Больше ни одна белка такого не делала. Ну, еще ушастик. Ну, ушастика пропал. А это толстая. Вот злодейка какая она. Появилась. Она и раньше приходила сюда. Я так понял, что она и раньше была. Я видел ее. Я думал, это не толстая. Она, кстати, есть не хочет ничего. Это что такое вообще? Я пытался кормить ее. Она говорит, не буду, она говорит, ничего есть. Смотри, какая вещь. Давай отсюда. Эту вещь. Сейчас в парке гром гремит, но никакого дождя нет пока. Модель злодейка. Она еще не знает, что у меня есть молодой фундук. Специально купил. Вот я когда покупал, думал как раз про модель. Она фанатеет от молодого фундука. Вот ты зря кинула. Это, кстати. Вот смотри, какая вещь есть. Давай сюда, говорит, эту вещь. Не убегай только. Нет, как побегу сейчас. Помимо, говорит, не могу, говорит, с такой штукой сиденья. Это же могут отнять. Могут отнять, и все, с концами. Убежала, да. Сюда я положил орешки, а туда еще нет. Ну, какая новость? Это кто там у меня? Это вот злодейка. Гремучек лежит. Солнце, иди сюда! Солнце, иди сюда. Они ждут, когда я им накидаю орешков. Иди сюда, солнце. Солнце, иди сюда. Давай сюда, это молодой какой-то. Я, говорит, молодой, неопытный. Давай сюда садись.
Сюда давай, садись. Тут орешки. Палочка моя. По-моему, там голубь. Голубь я задел, когда ходил по полку. Злодейка. А модель, по-моему, вон там, на дереве. Что-то они там бегают. Там с той стороны дерева есть небольшое дупло. Белки там иногда чего-то в него прячут. Но дело в том, что про это дупло, по-моему, все белки тут знают в округе. И прятать там это просто говорить до свидания своим сокровищам. Бельчонок, надо же. Бельчонок голодный. Но он меня знает. Обычные бельчата не такие. Знаешь что, я хочу тебе вот эту штуку дать, попробовать дать тебе. Ты будешь? Я тебя положу сюда. Надо будет еще купить этого фундука, пока он есть. А то я в одном магазине купил, там буквально ящик они привезли, он кончился моментально. Моментально и с концами, там 3 недели, по-моему. Этот хозяин лавки там этого магазина говорит, я сейчас привезу. И уже 3 недели, по-моему, или чуть ли не месяц прошло с тех пор. А тут снова привезли. Хорошая вещь, говорит. Ты давай здесь ешь. Нет, говорит, здесь не буду тоже. Что-то я стесняюсь, говорит, туда. Побежали. Тут дело в том, что фундук-то простой, я им накидал под дерево, а он есть не стал, простой фундук. Вот этот злодей. Сейчас, говорит, спрячу, никто не найдет, говорит. Побежал, да. Все, убежал. Я к тому, что он не стал фундук простой есть, а прибежал сюда есть кедровые орешки. А когда я дал ему молодой фундук, он сказал, что это гораздо круче, чем кедровые орешки. Там много лежит, но там сейчас таскают активные белки. Фундук этот. Вот он лежит там. Я, кстати, когда прихожу, кидаю туда фундук сразу. А в прошлый раз... Ну, я кидаю фундук и пока засыпаю кормушки. А в прошлый раз я, когда засыпал кормушки, прихожу, никакого фундука там уже нету. Они все перетаскали. Злодеи. Бельчонок. Ничего другого нету, я, говорит, фундук возьму. А что? Там чей-то хвост сидит. Да, гром гремит, но пока дождя нет никакого. Ну все, люди пришли. Я вот удивляюсь, погода плохая, а людям не лень совершенно идти сюда. Сейчас дождь пойдет. Ну все.